Вот эта девочка Ева хочет показать, как она умеет замечательно прямо внутри палатки исполнять гимнастические всякие штуки. Например, колесо. Давай. Молодец. О, и кувыркаться она умеет. Молодец. Еще что-то будешь исполнять? У нас Ева завзятый любитель гимнастики стала. Она прям балдеет от этих занятий. И все время ими занимается. Даже сейчас на природе вот залезла внутрь и здесь выплясывает. Вместо того, чтобы по природе ходить. Но они уже прогулялись по природе, на самом деле. Когда был свет, когда было светло и тепло. Сейчас уже вечереет. Уже темнеет. И постепенно, скоро мы уже будем готовиться спать. Умничка, молодец, девочка. Молодец.